Здравствуйте. Поставляем котел ПВК на 75 литров. Рабочий объем 75 литров. Короче, котел на барашках, зажимается крышка. Сюда ставится колонна ДУ-100, либо ДУ-50. Значит, разбираем барашки. Мешалка у нас сбоку. Пульт управления у нас на стойке. Разворачивается она. Можно его развернуть, будет в разные стороны. Либо с этой стороны поставить, либо сюда. Смотровое стекло, аварийный клапан и манометр для контроля давления в рубашке. То есть разбираем. Внутри у нас стоит фольжно, значит, будет, может работать и под давлением. То есть здесь у нас мешалка в виде лопаты и внизу фольжно. Значит, мощность ПВК, два блока по 3 киловатта, 6 киловатт общая мощность. И для ИТН прямого нагрева. Здесь еще можно вставлять, будет ИТН прямого нагрева. То есть вставляется, будет напрямую как бы греть. Получается, напрямую будет греть. Мешалка разбирается, если что, можно будет ее снять. Ну и фольжно можно вытащить. Внизу слив ДУ-50, трубу можно развернуть в разные стороны. И открывается ручкой, открывается либо перекрывается. Ну это для размыва, два старая для размыва внизу затора, если образуется затор. Ну и пульт можно повернуть, когда закрыли барашки. Можно пульт повернуть как бы в разные стороны. Либо сюда для удобства, либо сюда. Значит, мешалка тоже самое. Мотор у нас разворачивается. На молочной гайке ее можно будет либо снять, либо убрать. Если надо будет поставить просто заглушку. Либо развернуть в другую сторону для удобства. По пульту у нас получается здесь сетевая кнопка, котел пароводяной, не будет воды загореться, авария, красная лампочка, кран уровня, там кран уровня смотрит давление, это сетевая, каждый блок по 3 кВт, 3 кВт, 6 кВт. Это для ТН нагрева отдельно, ну таймер для работы по времени и авторез для работы мешалка с паузой, мешалка будет работать, отработает, какой зададим. По 30 секунд будет стоять, потом 30 секунд как бы работать. Ну и здесь в ручном режиме, либо влево, либо вправо. Все, проходит испытание. Котел готов к работе.